очень часто забываем про такое простое слово – добро. Ведь не зря же говорится, что добро живет в каждом из нас. А именно поэтому очень важно дарить тепло и добро людям, которые рядом с нами, особенно сейчас, когда на улице так мало солнца и так хочется позитивных эмоций. И мы решили провести для учеников школы English City акцию, которая называется Week of Kindness – неделя добра. Каждый желающий может принять участие, стоит только взять задание и выполнить его. Посмотрим, что же достанется мне. Так, мое задание – cheer your classmates. Нужно поднять настроение своим одноклассникам. Ну, поскольку одноклассников у меня нет, будем поднимать настроение коллегам и ученикам. Давайте теперь узнаем, что же ученики нашей школы понимают под словом «добро». Добро – это когда ты делаешь кому-то приятно и помогаешь людям. Сейчас я выберу доброе дело, что я должен буду выполнить. Вот самое верхнее. Give a sweet to an unknown person. Значит, дать какому-нибудь прохожему человеку сладость или конфетку. Хочу еще одну. Don't quarrel with your parents this week. Не ссориться со своими родителями на этой неделе. Это легко. Надеюсь, я это выполню. Добро – это когда помогаешь любым людям. Я сейчас выберу какое-нибудь задание, которое я буду выполнять. Я хочу взять вот эту бумажку. Тут написано. Help an old person to cross the road. Нужно помочь пожилому человеку перейти дорогу. Добро для меня – это когда ты просто так даришь конфетку другому человеку. Help your little brother, sister or classmate with homework. Я считаю, что доброта – это тогда, когда богатый поможет бедному. И когда кто-то поможет кому-нибудь в трудную минуту. Study hard at school, read, work. Добро в моем понимании – это когда ты делаешь что-то хорошее окружающим людям и делаешь это просто так, без какой-либо выгоды для самого себя. Good smiles to all people in the street. Подари улыбку людям на улице. A child who is always of all. Добро – это давать своему однокласснику списать за 5 минут до урока. Make a list of good deeds for your neighbors. Добро – это помощь своим близким. Help your mother to cook a meal. Для меня добро – это помогать людям, мусорить везде, чтобы природа была чистой, и всем всегда помогать. Мое задание – say I love you to your parents. Сказать своим родителям «я тебя люблю». Добро для меня – это когда люди отзывчивые, они готовы помогать другим, также они могут делать какие-то мелочи, чтобы наш мир стал лучше. И, конечно, добро – это очень хорошо, потому что добро поможет миру, можно сказать так, выжить, потому что каждый день все убивается, можно сказать, больше лесов, больше животных. И если бы каждый человек был бы добрым, я считаю, то, что этот мир, можно сказать, заново воскрес, и все было бы отлично. Я призываю всех, чтобы они все были добрые, все люди на Земле были добрые. Задание. Так. Сейчас. Give a sweet to an unknown person. Это значит подарить конфетку незнакомому человеку. Да, хорошо, давайте две конфетки.